Так как дорога была свободная, я выехал на свечку, чтобы поджать его. Начал поджимать вот у пожарной части. Он, водитель, на СГУ наше и на требование остановиться никак не реагировал. Начал как бы движение маневрировать в нашу сторону. Я, чтобы не допустить столкновения, чуть поостал и просто начал преследовать его. Ну, как бы. От перекрестка 3-я транспортная по Богдана Хмельницкого в сторону остановки полет. Данный гражданин на похищенной машине, пытавшись скрыться, увеличил скорость, так как мы неоднократно ему говорили, чтобы он остановился и прекратил свое движение. Он увеличил скорость, потерял управление ворота и допустил наезд на грузовую опору, тем самым причинив механические повреждения машине. После чего он выбежал из машины и попытался скрыться в сторону полета, завода полета. Где мы его совместно с моим напарником догнали, задержали и был доставлен в дежурную часть ОП-6. Понятно, они старались. Не можно сказать, да. Сейчас СТО постоянность очень много. Каким образом вы ее вскрывали? Я не вскрывал, он был в машине, он пошел на заправку. А, то есть быть свободным доступом, да, получается? Ключи были в замке зажигания? Да. А вы завели автомобиль, и это он без всяких проволочек завелся, да? И поехали. А расскажи, как задержали?